Гродненский столяр. А номер первый Курила, 25-й его сменщик. У нас момент, выход 1 в 0. И можно забрасывать. Вручает столяр. Секунду, хорош. Хотя, может быть, подписчики подскажут правильно. Как там у нас с фамилией, а уже это не важно. Тем более, что забрасывает команда Гродненской области. Однако, разводит. Чтобы легитимно на воротах оказалось. Оказалось, что решали отменить ее. А, все, то есть шайба отменена, поэтому мы... Хорошая атака Гродненца, выход 1 в 0, еще одно добивание. Соловьев это делал. А вот еще один момент, шайба не прижата. И где же она оказывается? Она вроде бы не пустила ее. Вот с собой Хотиченко. Не решился на защиту, на эту попытку. А здесь уже индивидуальный проход и хорошая передача, которая становится результативной и отличается команда Гродненской области. Давайте смотреть. Там. Хорошее смещение, да, хотим. Ну, в принципе, и теперь уже в равных составах. Снапко начинает свой рейд по чужой зоне. Так, немножечко старт у Могилева подкосили. Вот еще один бросок. И еще один, который уже становится голевым. Щур. Платон Щур делает счет. Гродненцы еще после того, как вышел удаленный Голубев. Раз бросок и два. Снапко на кого-то из соперников. Атака в ответ от команды Могилевской области. Передача на пятак. Завершение первого периода. Бросок там. Активная борьба за воротами. Шайба пока не прижата. И фиксирует ее. Ну, неудачная передача из-за ворота. Приходится назад бежать, потому что еще раз разгоняется. Красиво забрасывает. Великолепно. Просто великолепно. Платон Щур. Ну, просто герой себе. Он там на хитрик пойдет и кучу очков наберет сегодня. Потому что то, что он делает, это... Ну и начинает разгонять атаку. Гродненцы. Вот сейчас возможность хорошая. Снова удается забросить. Под караулем. Давайте смотреть. Да, залозный там был. Чего бы оказалось. Но пока же Платон все разгоняется. Сам идет Платон. Ну и здесь уже... Снапко на синюю и снова опасно. Напряжение. Подходит к воротам соперника. Ну вот еще один момент. Расположились могилевчане в чужой зоне. Еще один эпизод опасный. Можно попробовать. Хороший перевод на пятак. И снова опасный момент. Столяр. Сколько спасений совершают. Ну, мы смотрим. Дается все же шайбу забрать. Передача на пятак. На, пока же. Хоть им. Он мчится к воротам. Будет удаление у Могилева. Самостоятельно отличиться. Так уже, в принципе, 4 шайбы ведут. Но дополнительно бы хотелось тоже. Шайба на пятаке. Выручает.
Еще один момент. Опасная ситуация. Где там шайба? У голкипера. И вновь броски с дальней дистанции, как основное оружие. Может быть, сейчас Деменюк сам момент себе создаст. Бросок поворота. И приходится Столеру. Ну, а мы смотрим. Четвертого уже не прошел. Зато вот хороший момент. Выход 1 в 0. Может забрасывать Могилев. И штанга там звенит. Но... Гродненской области и Старовойтов у Могилевска. И сразу момент у его ворот. И там и клюшку потерял. Еще одна попытка. Добивание ворота. Секунду оказались беззащитные. Но очередная попытка. И здесь уже Снапко. Так вот по-снайперски. Пау! И настолько уже и... пришлось пережить буквально за это время. Ну и снова опасно, там на пятаке. Шайба. Пролетает. Ну вот Старовойтова. Еще одна попытка. Хорошая атака и отличная передача на результативный бросок Стапко. 6-0. Как по нотам все разу. Команды Гродненской области. Еще один момент там уже есть. Еще один бросок, и седьмая шайба влетает в ворота. Платон Щур у нас отличается. Но, к сожалению, для команды Могилевской области, ну, попал красиво, конечно, да. Ну, а полетела вперед команда Могилевской области. Бросок по воротам Курила. Перевод на дальнем. Надо цепляться. Но это сделать еще довольно проблематично. Давайте смотрим здесь повтор этого момента. Проход индивидуальный. То ли штангу, то ли оба они вместе с шайбой. Хорошая передача. Еще один бросок по воротам. Шайба там на линии. Киста Могилева. Здесь браво! Браво, вот это да! Бросок в ближний угол, там как? В этой встрече, давайте смотреть. Там все равно непонятно было, что шайба в ворота залетела, но... Если с Авдеем, Данила, взлома идет к воротам, будет ли добивание, добивание-то случилось, что там статистику... Хороший проход, бросок по воротам выкатывается. Здесь Старовойтов. Вставали. Еще один бросок по воротам. Забрасывает и Снапко оформляет хит-трик. Поздравляем этого парня. Счет становится 9-0. Смотрим мы за. Отличная попытка. Здесь уже от могилевчан можно было бросить. Еще один бросок будет. Но на этот раз команду Гродненской области с победы. А в этой встрече это был Беларусь-Калий. Кубок Федерации. Классный хоккей. Еще услышимся на нем. С вами был Антон Шаверинов. Всем удачи.